Новое отделение открылось на базе медсанчасти номер 135 Десногорска. В ранее пустующих помещениях разместились палаты для паллиативного ухода. Отделение укомплектовано сопутствующей техникой, согласно всем требованиям оказания медицинской помощи. Это функциональные кровати, перила, вспомогательные устройства для передвижения. Была проделана огромная работа, которая началась более года назад, когда Федеральным медико-биологическим агентством было определено, что на базе медсанчасти будет открыто отделение паллиативной помощи. Мы утвердили заявку на необходимое оборудование для этого отделения, заявку на проведение ремонтных работ. Открыть отделение в начале года помешал коронавирус, поэтому событие состоялось 30 сентября. Теперь в Десногорске могут получить паллиативную помощь онкобольные, а чуть позже – люди с тяжелыми последствиями инсультов, травм и другими неизлечимыми заболеваниями. Коечный фонд отделения рассчитан на 30 пациентов. Рукам медиков, их заботе, сердцу, душе предстанут люди, которые будут нуждаться, наверное, более чем другие больные, в помощи, в лечебном уходе, но, наверное, самое главное – в милующем сердце. Первых пациентов новое паллиативное отделение принимает уже с 1 октября.